Всем привет, ребята, с вами я, отец-одиночка Нюким, и мои замечательные дети, а также мой новый гонщик Степа. Сын гонщик Степа. И кто знает, почему эта машинка так жутко звучит, а? Кто знает, что у него под капотом и откуда? Те пусть напишут в комментариях. Ну, а мы тут, видите, выбрались за город, чтобы никому не мешать, потому что ревет, она сейчас будет здоров. И наш Степонька маяк тут тренируется ускоряться и тормозить. Да, конечно, дорога не идеальная, но довольно-таки безопасная. Только аккуратно, аккуратно! Моим детишкам уже надоело его из кювета вытаскивать, но ничего. Сколько стоит этот зверь? Ну, я думаю, много стоит, но дороже стоит здоровье нашего Степа. Поэтому я надеюсь, что он лихачить сегодня не будет. Ё-моё, Степа, блин! Ну вот, опять вытаскивать. Кстати, ребятки, знаете что? Я тут узнал, что в лесу скоро появятся грибы. Да мне тоже. И поэтому, знаете что, давайте как вытащим нашего Степу, сходим куда-нибудь за город, за грибочками и за ягодками, а? Кто за? Кто за? Ну-ка, поднимите руку. О, отлично. Так, Степа, а что, ты сам уже выехал? Молодец. Все, давай, выезжай отсюда. Хватит тебе уже машину коцать. Сейчас поедем за грибами. А? Что? Ну блин, ну все, накатался, давай, все, выезжай, только аккуратнее. Так, аккуратнее, аккуратнее. Не дергай так руль! Не дергай, блин! Он же резкий, капец, как пуля резкий. Так, давай, к дому-то подъезжай, только осторожнее, осторожней, сыночек. Ты, конечно, гонщик, но, блин, джип наш давить не надо. Все, о, фига ты запарковался, молодец. Так, дети, выходим, выходим, выходим. Молодцы. Серега, Серега! Где Серега? Слушай, можешь, пожалуйста, поглядеть, а? Тут, мне кажется, его маленько влево заносит. Поглядишь, ладно? И, Степа, ты давай объясни все нашему дяде Сереже, а я пойду маленько пипи. Дети, а потом, как Сережа починит машину, сразу поедем за грибами, хорошо? Кто за? Кто за? Кто передумал? Нет, нет, Сашенька, мы поедем за грибочками и за ягодками. Собирайтесь, и через 5 минут стартуем. Если, конечно, Сережа управится, но он у меня очень талантливый водитель, поэтому я думаю, все будет окей. Так, где там туалет? Все, вылезаем, вылезаем. Ух ты! У меня раньше тоже такая же была. Вместительная, блин. Ну ладно, наша тоже неплохая. Так, кстати, может ты перепаркуешь, а? А то прям на дороге встал. Все, давай, перепаркуй, пожалуйста. А вот и лес, ребята. Дикая природа. Зов, зов джунглей. Ну-ка, все сюда. О, тут даже костерочек есть. Рексик, так, от детей не отходи. Степа, ну как, припарковал? Давай, закрывай и к нам. Ё-моё, как же давно я не был в лесу. Лес это так офигенно. Так, корзинки взяли? Все, молодцы. Давайте запоминаем, где солнце, ребята. Запоминаем, где солнце, видите? Солнце, получается, слева от... точнее, вот... Короче, встаем на солнце и запоминаем, что солнце было справа от нас. Когда оно сядет, оно будет чуть, получается, вот правее. Поэтому запоминаем и идем, чтобы не заблудиться. Хотя, какой тут заблудишься, блин, когда тут дорожка есть? Вот, далеко от дорожки не отходим, и тогда все будет отлично. Телефон, а если он разрядится, а если ты его потеряешь, а если связи не будет? Поэтому, как бы, самые основные правила выживания надо помнить всегда. Так, ну-ка не отстаем, не отстаем, Рексик, ну-ка подгоняй-ка их. Опа-на, что это за место? Смотрите, кто-то заехал прямо в лес, ничего себе, и палатку поставил. Только куда это он ушел? Машина, судя по всему, стоит тут уже минимум дня 2-3. Опа, так это вообще палаточный городок получается. Хотя, судя по всему, мы не так уж и далеко от города. Ну, я думаю, это и к лучшему. Зато не потеряемся. Так, дети, далеко не отходим. И смотрим, смотрим, ищем грибы. А с этим нам поможет кто? Конечно же, грибник о четырех ногах. Точнее, наш песик Рексик. Нет, Петя, эта машина пока не для тебя. Ты все еще в садике. Рексик, давай, вперед. Что чего? Нюхай грибы. В смысле, нюхай, где они находятся. А мы будем их собирать. Так, ну, Рексик взял след? Давай, Рексик, Рексик. Давайте, ребята, подбадриваем Рексика. Рексик, Рексик, Рексик. Чё я один подбадриваю? Давайте, Рексик, Рексик, Рексик. Ну, ребята, так мы не найдем их. Хотя, знаете что, я подумал, мы так орём, все грибы испугаются и спрячутся. Так, ну чё, заблудились, что ли? Нет, не заблудились. Так, где же все грибы? Где же все грибы? Ищем, ищем, ищем.
Так, о, походу все, Рексик учуял что-то. Нифига тут лес дремучий, видите? Даже снег еще остался с зимы. Так, тут надо быть осторожным. Куда же мы идем? Стоп. Мы что, снова на дорогу вышли? Не понял. Или... Это, походу, другая дорога. Ничего себе. Так, ну-ка, аккуратно. Смотрите под ноги, там могут быть дыры с арматурами. Аккуратнее. Так, интересно, куда она ведет? Так, нет. Это, получается, ее начало, потому что там город, видите? Там та самая дорога. Ладно, пойдемте обратно. Значит, обратно, да. А, если она уходит в чащу леса? Ё-моё, куда же она нас выведет? Что-то, знаете, про грибы я уже и забыл. Тут кое-что поинтереснее, блин. Заброшенная дорога, офигенно. Что же там в конце? А, блин, интрига. Глядите! Охренеть! Это же старая Бэха! Вау, это Е22! Раритетная модель, это классика, блин! Это легенда! Охренеть, только в каком-то плохом состоянии. Вся ржавая какая-то, диски просто уже сгнившие. Заберем? Вы чё, а если она чья-то? Куда ты ее заведешь? Стой, куда ты залез? Ё-моё, давайте сначала откопаем ее. Давайте сначала откопаем, потом уже будем думать. Да не заведешь ты ее, она тут, видимо, лежит тут уже десяток лет. Так, аккуратнее. Откапываем потихонечку. Молодец, Полина. Только осторожнее. Так, еще. Стойте, от машины отойдите. Отойдите, сейчас задавит вас. Так. Опа-на. Вот так вот, осторожно. Лиза, уйди! Так, еще чуть-чуть. Опа! Блин, провалилась. Ёма, вот этот блок. Так, опа, все, отлично. Так, все, чудесно. Блин, сейчас она еще куда-нибудь провалится. Нет, стойте, все, хватит. Сейчас мы ее так развалим. Знаете что? Я думаю, Полину просить не нужно, потому что если мы просим Полину, она от этой ржавой. От этого ржавого корыта что-нибудь ненароком оторвет. Так, давайте позвоним Сереге, а? Точно! Серега, он типа мастер машины, автомеханик, он точно будет знать, что с ней можно делать, а что нельзя. Так, сейчас, секунду, так, телефон. Ага, звоню. Серега, алло! Да нет, не заблудились. Слушай, ты ни за что не угадаешь, что мы нашли в лесу, а? Старую Бэху, прикинь! Ага, Е22. Слушай, только она тут застряла капитально, ну и, разумеется, не заводится. Ты можешь к нам подъехать? Сейчас Петя, скинь дядя Сереже координаты, где мы сейчас находимся. Тут вроде ловит, да, ну раз я звоню, разумеется. Слушай, подъедь сюда на гелике, ладно? На гелике. Я думаю, отсюда ее можно дернуть, только аккуратно. Хорошо? Все, да, давай, ждем тебя. Так, а мы пока будем собирать грибы. Точно. Нафига мы сюда приходили? Ну, точно не за BMW. Хотя это неплохой бонус. Давайте. Все, значит, далеко не отходим. Кто больше всех соберет, того и машина будет. Хе-хе. Все, погнали. Так, все, детишки, время кончилось. Собираемся на пушке около Бэшки и будем считать наши грибочки. Ну что, у кого сколько? Давайте выкладываем. Говорим и выкладываем. Так, ага, у Стёпы 5 мухоморов, у Рексика 17, ничего себе, у Сашки 4, ого, у Пети 4, а у Полины всего 1. Лиза, у тебя сколько? Тоже у Лизочки 1. Ой, блин, так, получается, больше всех у Рекса? Нет, ребята, больше всех у папы, потому что у папы сколько? Дофига, 31 гриб. Что? А, подловил. Внимательней надо быть. Вот так вас и развели. Ладно, все, получается, машина О, Серега, мы здесь! Серый, нифига ты подъехал так тихо. Офигеть, вот это шумка у гелика, давай. Вот, смотри, тут недалеко. Смотри, вот прямо за тем бревном. Давай, назад, аккуратнее только. Так, аккуратнее, давай, назад. Так, ну кому же все-таки дать машину? Все-таки неправильно детей обманывать? Ну, в общем, ребята, будем думать. Стёп, у тебя уже и так уже Форд есть. С двигателем офигенным. Так, Серёж, давай ещё. Так, под колёса не лезем. Давай, еще чуть-чуть. А, Полина, давай, минус бревно, давай. Бревно убери, оно мешается. Вот, молодец. Так, и кусты тоже. Отлично. Неплохо. Так, Серёж, а что дальше? У тебя трос-то есть?
Как мы его дергать-то будем? Так, трос есть. Хорошо, тогда цепляйте. Цепляйте. Так, Полина, давай ты помогай дяде Сереже. Дети, а мы отходим, чтобы... Ну что, трос может оборваться и кого-нибудь по лбу щелкнуть. А трос он щелкает так, что будет минус лоб. Так, все, отходим. Так, ну как получается? Помочь там? Давай прям под задний мост. О, и сейчас гельку. Вот, четко. Так, ребят, только аккуратнее, ладно? А то и гелик попортите, и бэху развалите. Так, Степа, только просто крути руль, ничего больше не делай. И аккуратнее. Так, давай. Давай, Серега. Только тихонечко. Вот. Полин, сзади подталкивай. Полин, подталкивай сзади. Так, еще по чуть-чуть. Аккуратнее. Вот, отлично. Вытянули. Ну, шикарно. Ну, почти вытянули. Можешь еще чуть-чуть. Давай, еще чуть-чуть буквально. Опа, молодца, все, ну вы красавцы. Так, можно разъединять все это добро и что дальше-то делать, а? Ух, ребят, с горем пополам мы ее из леса вытащили на лебедке, ну капец, видите, даже у гелька двигатель вскипел, такая она тяжелая. А вот что делать с ней дальше, я прям не знаю. Что с капотом? Ну хрен его знает, кто-то на него сел. Так, давайте посмотрим, что там вообще внутри. По наружке все печально, а внутри... Так, ну педали все в наличии. Сцепление, газ, тормоз. Ага, неплохо. Конечно, рулежка тут вся сгнившая, но я думаю, восстановить можно будет. Так, подлезешь? Она на тебя не свалится, нет? Ты там давай аккуратнее. Ё-моё, наш Серега просто автомобильный волшебник. Уж если он не сможет ее завести, то ее можно просто выбрасывать. Домкрат? Да нет, нашему дяде Сереже домкрат не нужен. Видишь, как он под... Аккуратнее! Ты чё? А если свалится? Давай вот подставлю тебе что-нибудь, ладно? Ё-моё, ну ты псих. Так, аккуратнее. А может мы тебе поможем, а? Для освещения? Сейчас мы тебе придумаем что-нибудь. Так, где тут был костер? Ребята, так, костер исчез. Давайте свой сделаем. Так, тащите бревна тащите. Полина, давай, вырубай какое-нибудь бревно. Сюда. И поджигаем. Опа. Ну как, Серега, получше? Понял. Так, все, дети, тушим, все. Пойдемте пока погуляем. Так, не мешаем дяде Сереже. Пускай дядя Сережа работает, он свое дело знает. Что случилось? Бандиты? Что случилось? Работает? Да ладно, у тебя получилось? Так, стоп, давайте подкладываем, сейчас она свалится, подкладываем сюда что-нибудь. Так, вот, под колесо подложили. Давай назад. Так, гелик, Степа, отгони гелик. Нет, стоп, Степа, вылезай, я отгоню. Вылезай, блин, еще новый гелик покупать. Так, разворачиваемся. Вот. Еще чуть поближе. Все, отлично. Ну-ка. О, едет, смотрите! Даже фары горят! Охренеть! Ты что, ее от гелика запитал, что ли? Охренеть! Вот это качество! BMW просто, блин, надежная машина. Вот это да, спустя столько лет завелась. Охренеть, я офигею. Да, ну-ка, а что, может прокатимся, а? Так, давайте залезаем. Так, залезаем. Так, назад можно сесть вообще? Опа-на. Вот это салон, конечно, воняет, капец. Только аккуратнее, слишком не гони. Так... Опа-на, глядите! Вот это дичь! Вот это звук! Ё-моё, похоже, это М-ка! Нифига себе! В М-пакете заброшенная бэха в лесу нашлась! Вот это находка! Так, тихо! Аккуратнее, сейчас нам еще домой ехать! Офигеть, я в шоке! Офигеть, так плавно едет! Чё тут гопники делают? Странно. В таком ржавом состоянии, а все равно люкс-седан. Вот это качество. Я просто уже обожаю эту машину. А прикиньте, какой она будет, если ее маленько подрихтовать. Да. Мне, конечно, больше нравится из старых бэх купешки, но это все равно офигенная машина. Да, пусть корявая, но легендарная. Так, ну что? Мечта? Да, согласен.
Ну что, ребята, пойдемте домой, будем решать, кому достанется эта тачка. Все, погнали. Серега, спасибо тебе огромное, просто выручил нас, офигеть как. Так, заходим, припарковал. А капот закрыть! Эй, водила! Капот закрывать кто будет? Так, заходим, закрываем. Так. Знаете что? В общем, я пока не решил, кому машину буду отдавать. Но очков, как бы, вы можете себе добавить. Как бы, кто моет посуду, плюс 1 балл. Кто готовит ужин, плюс 2 балла. Кто убирается в комнате, плюс 3 балла. Все, и так далее. Все задачки по дому добавляют вам к шансам заиметь эту бэху. Степа! Куда ты? А, за шваброй? Молодец. Так, ребята, блин. Они, конечно, сейчас тут все отдрают, это понятно, но... Что-то они, гопники, уходить не собираются. Но... Смотрите. Серега все стоит и любуется этой машиной. Знаете что, вот... Может, я детей слишком балую, а? Может, им уроки делать надо, а не машины? Им на лето знаете, сколько задали? Шо, Рексик, ты не претендент, да? Ну, понимаю, у тебя лапки. Блин. Ребята, давайте-ка мы с вами обсудим, а? Напишите в комментариях, может мне подарить эту бэху Сереге? Он ее восстановит, она будет сверкающая, новая. Новые колеса поставит. А то если этим детишкам отдать, они ее только за неделю развалить успеют, а не восстановить. Так, о, борщ сварила! Нифига, молодец. Ну давай, иди вниз, я еще и решаю. Поэтому, ребята, давайте. Я все еще в раздумьях, и ваше мнение мне очень поможет принять решение. Поэтому прямо сейчас пишем в комментариях, как вы считаете. Эту машину надо отдать Сереже или надо ее разыграть между детьми? Давайте, жду ваших мнений в комментариях. Ну, ребята, давайте. С вами был я, отец-одиночка Нюкем. До завтра. Всем пока.